Друзья, приветствую. Монако. Продаются небольшие апартаменты, где-то 42 метра квадратных. В 10 минутах пешком от моря. С видом на любимую Италию. Очень красиво. Район. Сейчас уточним, какой. Кстати, что-то я забыл спросить. Сейчас поснимаю небольшие апартаменты, не как всегда я 75 миллионов 50 снимаю, а уютные небольшие там по цене, которую вы увидите, перейдя по ссылочке или я там оставлю в сообщении. Наш сайт azarov.ru, на него перейдете, посмотрите ссылочку. Так, итак, 42 метра квадратных у нас апартаменты, 6 метров квадратных балкончик. Понятно, что цены в Монако отличаются от Италии и Франции. Ну, надеюсь, кто смотрит Монако, понимает ценовую политику. Здесь можно сделать прописку для резиденции. Сейчас спросим. Ладзона? Жардан? Сейчас. Кому? Жардан? Жардан экзотик? О, но. Окей. Жардан экзотик? Зона экзотические сады. Так, здесь у нас спальная комната. Тоже с выходом на балкончик. Причем данная зона, она закрыта, тоже стоит кондиционер, на холод и тепло работает. Шкафы. Здесь они сделали все из зеркала. Сейчас будет меня очень много, наверное. Ой. Да. А и здесь еще. То есть такая получается. Много лег. Привет. Вот такая задумка. И здесь небольшая ванная комната. Так скажем, я сейчас буду снимать недорогие апартаменты в Монако. Сейчас пойдем еще посмотрим апартаменты. Вся подробная информация, еще раз повторюсь, на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылочке, там будет вся подробная информация о кондоминиуме, налогах и так далее. Все, хорошего дня, всем пока-пока.